А ты понял, ты видел свою главную ошибку? Здесь? Главная твоя ошибка в чем? Что попал в такое положение? Ну что, здесь же никакой ошибки я не сделал. Сказать тебе? Ну? Твоя главная ошибка, что ты сел со мной играть. В Москве я появился в 1974 году. То есть я поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова на юридический факультет. Там, наверное, раскрылись глаза уже на действительность, на советскую действительность. Наверное, перевернулся мир в моем сознании. В общем, я уже был, наверное, бунтарем. Я предлагал, я говорил, что при такой системе, государственной мафии, всей коммунистической мафии, что борьба против мафии только может быть такой же созданный организм. Ну, необходимость была сразу. Нужны были и деньги, были серьезные трудности. Нужно было подтягивать и чеченцев в Москву, чтобы все же нужны были, наверное, создавать команду. Нужно было. В общем, вот так мы и начали эту работу. И это привело к тому, что уже работа, которую стал я проводить по своей линии в Москве, в конечном итоге ее и средства массовой информации России преподнесли всему миру, что это есть мафия, именно национальная чеченская мафия. Сначала ее называли община, потом уже мафия, в общем, по-разному. Для нас, естественно, преподносили всему миру, что мы настолько звери, настолько жестокие, волки, и что нас обязательно надо уничтожать. Вот так, наверное, создалась, если говорить языком России, чеченская мафия. Со мной было очень мало людей. На всех вместе, ну, десяток человек нас было. Поэтому здесь нужно было конкретно здесь сталкивать не командой, а лидер должен был сталкиваться. То есть я должен был с лидером сталкиваться и конкретно ставить борьбу, то есть двух человек. Я и любой из этих лидеров. Каждый, естественно, отдельно. И вот здесь своей личной победой над этим лидером, тем самым я должен был приобретать ту силу. Это мне, скажем, удачно получилось, и, вернее, скажем, удачно все проходило. После этого, ко мне, когда я уже заявил, что кто нуждается в защите, может обращаться ко мне, где я нахожусь. Естественно, это быстро распространялось по Москве. Уже многие слышали уже мои столкновения, о моих победах. Естественно, сразу все узнавали, кто это. То есть я как бы как вихрь туда влетел в Москву. Потому что над именно теми личностями, которые уже все знали, я с ними столкнулся, как тоже Атари, как другие воры в законе, скажем, с лидерами Люберецких и с других разных. Баумовских тогда, это как бы, ну, как раз с Баумовскими столкновение, она как бы даже перестала на время существования. И поэтому многие приходили за помощью просить, за защитой. А как я создал эту армию, я уже вам рассказывал, на каких принципах она строилась.
Что они, в принципе, защищали все друг друга. Те, которые, скажем, чеченцы, стали работать в партнерстве с теми, кто желал защиты. Скажем, главная цель, она была достигнута. Дальше это, естественно, помогло нашей борьбе за независимость. И в войне помогло все это.